Нам нужно отъехать в магазин, купить помидоры. А снег идет, смотрите, все заледенело. Кто хотел? А, нет, что-то даже работает. Федя вон там чистит машинку. Да, прикол, прикол. Зима пришла, слава богу! Наконец-то! Ей! Таньку ждут. Блины готовить. Говорю, блины, говорю, готовить. Бабушка, давай профессионально переворачивай. Я буду, когда я отказывалась. То есть, когда я отказывалась. Давно. Давно приземлились. В 1:42. Гулял. Да. Ой, умереть не встать. А на улице идет красота. It's begin to look a lot like Christmas, Christmas, everywhere you go. У Бори новое увлечение писать сочинения на разные темы. Про что ты сейчас пишешь? Про наш день сегодняшний? Ну, просто как утро. Я решила сесть первым. Давайте за стол садимся. У Коли с Фили тоже такие щетки, но мы их оставили в Бишкеке, чтобы не перепутать. Так, началось Содом и Гоморра в этом доме. А то что-то Танюшки нет в ваших влогах. А наша семья, когда приезжает из дальних стран, всегда обменивается подарками, сувенирами, праздничные. На туалетный экономишь? Я тебе дарю. Так, что это? Узбекский. А почему ты мне уже даришь? Еще Новый год мне. Ну, неважно, это же сувенир. Это же заморский сувенир. А я вот у меня только к Новому году сувенир. Что это? Узбекские елочные игрушки ручной работы. Моя. Телефон, Боря. Ой, надо кланяться или что надо? Ой, ну так ты подожди, ты мне распечатай на видео. Для видео. Подожди, мне нужно... Так, ну-ка, что здесь... Давай вот ты здесь мне подойти. Говорила, у тебя нет? Подойти, Свет. Да то я вчера жаловалась, как блогер в Виллерой Бог. Правда, мне еще не ответили. Так, ну-ка. Мы, кстати, в этом году будем наряжать елку в советском стиле. Маникюр мой видно? Маникюр, подожди, вот так видно. Прекрасный маникюр. Чтобы виден был на видео. Таня нам дарит узбекские елочные игрушки ручной работы. Не обошел. Они лежали аж с прошлого года у меня. Потому что я в прошлом году купила и думала... О, это деревянные, что ли? Нет, это керамика. Это мы с Женей вам, естественно. А, реально? Слушай, они узбекские. Супер. Да, потому что мы должны были привезти вот в марте. А, понятно. Вы тоже приедете. Но вы тогда не приехали? Откуда ты знаешь? О, вот это супер прям. Слушайте, ну это прям супер-пупер. Слов нет. В этом году, когда была рождественская ярмарка, этот мужчина уже не приехал, потому что границы закрыты. Смотрите, какая у нас суша. У нас прямо это... Да, очень так красиво. Очень красиво. Слушай, я же не знаю, на какую елку-то вешать. Тут бэкграунд должен быть белый, потому что скатерть такая. Извините, сейчас. О, правда, так правда лучше видеть. Класс. Самый так. Лучший шоколад, который можно купить в Бишкеке. Очень мой любимый. Он из Казахстана. Без обид. Так можно вообще говорить? Ну а что делать? Но это вот именно вот в этой картонной коробке, именно 70%. Это реально самый вкусный, самый суперский шоколад. Да. Танька мне носит. Я всегда его привожу. Да, он классный. Что? А, извините, мамина новинка. Сейчас мы покажем. Тоже. Не знаю, бабушка, ты, наверное, не ешь такой, давай. Какой? Сиди, бабушка. Оп, за встречу. Кстати, тут, между прочим, показывает. Таня вот. С детства любит всяких краб. Дети признаем, будет интересно. Это чистый пластик полюшен. Ну открой, дай посмотреть-то, как это
Это дьюти фри, что ли, было? Да, дьюти фри. Ты был, видел это в каком? У нас дьюти фри даже не было нигде. О, тихо. Тут там стульчик, ладно. А ты покушал? А тебе надо покушать. Как это? О! Такой малыш, сколько здесь? 4 штучки, 5? Нет. Может, девкам положить подарок? 4, 6, 8. Очень миленько, мне кажется. Нет, это я сейчас съем. Юху! Пошли гулять. Гуляем мы только весело. Расскажи про ваши проблемы. Нас убивают. Убивают. У нас супер грязный воздух зимой в Бишкеке. Вот сейчас мы как раз говорили, что Бишкек стоит на первом месте по самому в рейтинге самых загрязненных городов мира. На первом месте. Зимой. А Москва зимой. Зимнее время. Вот отопительный сезон. А Москва на 48-м. Так что мы приехали в Москву. Расскажи про нормы. Там угольная это. Нормы. Частоты воздуха, она там измеряется в каких-то супер значениях. П на 3, что-то там. В умных значениях каких-то. Норма до 50. Ну, это прям вот хороший зелененький уровень, такой хороший воздух. В Черногории 20. Сейчас мы посмотрели, вот в Москве, где мы находимся, 29. Там ветра вообще нет. А в Бишкеке сейчас, в этот момент. У меня нормальный шапочек? Да, нормально. Самое низкое значение 155. А самое высокое, вот разбросано по Бишкеку значение, 480. А 603, ты говоришь? А, 603. Вот. А вчера у вас на какой-то улице? А несколько дней назад на улице Жебекжулу датчик воздуха показал 1200. Еще раз, 1000? 1000, сейчас у меня заскринено это. 1200. Ты из окна машины, вот с гор, когда спускаешься, вот смотришь на город вниз, и вот эта серая пелена над городом висит. Сильно, да. А что у тебя за подкладочка? Это что это, Танька, за выпендрёжница? Это ты столько с собой привезла? А что ты завтра в этом не поешь? Жемчуг одень и езжай. Вообще это... Не одежда? Вот так вот завтра иди. Не, у меня белая рубашка и юбка тоже изшилась. Танька, так. Так, а у тебя что? А, вот эти ботиночки, что какая-то? Она мне дала их, да. Так, а для меня у тебя есть что? Тебе скажете, что? Да, бабуля такая. Почему бабуля? Она очень классно смотрится. Если бы на фоточках в Инстаграме меня не видели. Почему ты, Таня, нам ничего не шьешь? Я взял мне платье на Новый год. Ну давай, я вообще буду в пижаме, Даня, ты в курсе? Что это за платье? Тоже сшил, что она что-то? Шила. Да, ты что, серьезно? А что ты завтра в нем не бьешь? Ох ты ж ее! А что ты в нем не пойдешь? Иди в нем. Таня, извини, я буду в пижаме. Нельзя в нем идти. А еще у меня... Ох ты ж ее! В интернете нашла. Ну, точнее, это я его перешивала уже. У меня он изначально был сшит вот здесь этот пояс, а здесь такие же бархатные просто лямки. А, у тебя был что-то такое? Открытый. Не, я ушила на бал себе. Потом я поняла, что для меня слишком открыто, у меня сейчас тут тройники удалили, поэтому я убрала все лямки. Филипп, иди сюда, Филипп. Мне сделайте с длинными рукавами. Потому что это будет слишком шикарно для дня рождения. Тань, ну я бы на Новый год в пижаме. Как ты считаешь, это не будет слишком шикарно для Нового года? Ты можешь надеть это 27-го, когда мы пойдем. Мы идем кофе пить на завтрак с девочками, обмениваться подарками. Спасибо.